Всем привет! Всем привет! Это Гол плюс Пас. И с сегодняшнего выпуска, я вам буду показывать один, на мой взгляд, очень интересный эксперимент. Дело в том, что мы с Ильясом, это Ильяс Гумеров, ведущий автор телепрессы «Дворуз», да. Да. И мы давно мечтали научиться играть в хоккей. Ну, мы мечтали вообще хотя бы просто выйти на лед в роли хоккеиста. Давай начнем с этого. Не то, что играть, а хотя бы просто выкатиться. Хотя бы, да, чтобы нас просто так вот пинком толкнули, я не знаю, в лед туда выпустили. Ну, в общем, сегодня я буду в роли игрока. Ну, не знаю, как это будет выглядеть, учитывая мой возраст и вообще отсутствие полное вообще умения катания. Подготовки. Да, подготовки. Я кататься на коньках вообще не умею. Ну, Ильяс будет вратарем. Да, я не знаю, что из этого выйдет. Я умею кататься максимум прямо, направо, налево, ну, там чуть назад, если так же пнут назад. Поэтому сейчас мы попытаемся одеть вот эту всю экипировку. То есть, я так понимаю, она очень много весит. Помогать нам будет в этом, так понимаю, школа хоккея. Школа хоккея «Спарта», да, обязательно. Два тренера, Азат и Кирилл. Кирилл – это тренер вратарей. Азат с нами будет заниматься, скорее всего, катанием и в спортзале. Ну, в общем, это все будет дальше. Сейчас самая интересная, самая веселая часть. Самая веселая часть. Мы просто хотя бы попробуем выкатиться. Поехали. Поехали одеваться. Мандраж? Нет, я себя просто чувствую каким-то котенком, которого выкинули куда-то на улицу. Типа, на, чувак, делай с этим что хочешь. Не очень хорошо проходит створ вверх. Поэтому вратари очень редко меняются, наверное. Да, наверное, именно поэтому. Ну, что я могу сказать? У меня ощущение защищенности. И, в принципе, я не знаю, что дальше делать. Сейчас мы спросим у Кирилла. Наверное, кататься надо. Что нужно делать, Кирилл, для того, чтобы стать хорошим хоккеистом? Вратарем, я же вратарем пытаюсь стать. Во-первых, надо начать с разминки. Ага. Прокатиться по кругу, размять руки, ноги, посидеть возле борта, потянуться. Дальше мы начнем работать над катанием. Ладно, понеслась душа в рай. Ты думаешь, что я должен вот это делать? Ну а что? То есть я первый раз как бы. Ты должен повторить сейчас. Приехал, да, проверил, что это все ли. Да, стойку зафиксировал, да. Руки вперед. На ушко. Вот здесь. Или голова, голова. Для тех, кто думает, что просто ставить ворот как-то легко. Без проката. Без комментариев, пожалуйста. Не, у Ильяса хорошо получается на самом деле. Мне надо ноги внутрь сгибать, чтобы они на них стоять. И, соответственно, я ноги вот расслабляю, у меня разъезжаться. Ну, это как на лошади как будто сижу. В связи с тем, что непривычная физическая нагрузка очень мутит на самом деле. То есть я не привык, я не занимаюсь спортом, и это нереально. Даже просто вертеться вокруг этих ворот, это нереально тяжело. Потому что, ну, не знаю, это не смешно, это вообще не смешно. Короче, ребят, из первой тренировки Ильяса мы поняли, что самое главное сейчас нам, ну, в смысле, это и так понятно, надо научиться кататься на коньках. И, собственно, в воскресенье, вернее, следующую тренировку мы начнем именно с этих упражнений, а потом у нас будет физуха. Я надеюсь, что это продолжится продолжительно, будет продолжаться продолжительное время. В каждом выпуске, Все, ребят. Всем спасибо. Пока. Всем пока. Я не умею катиться назад. В смысле? То есть ты считаешь, что ты после этого хочешь стать вратарем?